Капель прибыл в Самару в последней декаде мая 1918 года и все время пытался связаться с семьей. Сначала он вызывал их к себе, а потом слал им телеграммы с просьбой оставаться на месте. Его просьбы были вызваны обострившейся ситуацией в регионе и надеждой на то, что власть большевиков в Поволжье совсем скоро падет. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».